Конец 70-х, начало 80-х годов. Среди предприятий и организаций города проходят соревнования. Свои навыки показывают санитарные дружины. Черно-белые фотографии, которые в свое время попали в распоряжение Дома культуры «Октябрь», сегодня входят в цикл материалов «Это наша с тобой биография». Своими воспоминаниями с искитимцами делятся земляки, которые есть на этих фотографиях. Он очень гордился. Он встанет вот так в заводоуправление. Здесь, значит, площадь такая большая. Он всегда в окно выглядит. О, а мы маршируем. А потом оденем юбочки. Все такие. Да, я вот как раз. Все такие рубашки белые, там, каблучки. И все. Посмотрите, какие стройные, красивые. Людмила Самойленко говорит об Александре Чиркове. Человек с большой буквы. Он никогда не упрашивал. Добровольно сами соглашались на любое дело. Санитарная дружина лажковцев всегда была в тройке лидеров. За это получали поощрение, но и это было не главное. Мы шли вот на это настолько с гордостью, настолько ответственно мы шли. Даже вот маршировали, даже песни пели. Мы все прямо вот с такой. И когда уже мы все вот это отошли, нам сказали, что у вас второе место. Мы были на седьмом небе, значит, от счастья, что мы завоевали его. И потом мы уже расслаблялись. Маршировали на Комсомольской площади. На КУКУ издавали теорию и практику по спасению жизней. Готовились всегда заранее и отрабатывали на все 100%. Неважно, какая была погода в этот день. Билеты были, все учили. Как правильно ее обрабатывать, дезинфекцию как проводить, противогазы, потому что все это надо было, и помещение как, и бинтовать, и кровь остановить, и выносить. Ой, жара была невыносимая жара. Перчатки снимаешь, там полные это были перчатки. Весело было, и трудно, и весело. Любое вот сейчас наводнение какие-то, вот какие-то это самое, какими способами, это сейчас вот сотовый есть, не будет сотового, какие оповещения еще есть? Тоже нужно знать. Вот даже не будет вот это. У нас радио было, по всему поселку было проведено. Ну, сейчас вот колокол есть. А еще какие бы? Вот задают. Можно просто даже взять вот железяку и бить ей, что тревога, тревога. А еще был подворный обход. Сандружина опрашивала население, узнавали жалобы, оповещали, что делать, если появились определенные симптомы. Люди относились с осторожностью, но с доверием. Это всегда здорово, когда ты можешь помочь, говорит Алла Вознюк. В электричке мужчина. Мужчина плохо стал, и я ему сумела так, может быть, не столь он сильно пострадавший был, но, по крайней мере, мне чувство гордости появилось, что я смогла оказать помощь человеку. Мне приятно, радостно и видеть себя, и свое вот это окружение молодые, какие мы молодые были, какие дружные. И весело нам было. Молодые и счастливые – это были хорошие времена, говорит Валентина Гаврилова. Остальные ее поддерживают. Они уверены, что эти соревнования нужно возрождать. Искитимцы должны уметь оказывать первую помощь, дезинфицировать воду на случай радиационного заражения, обладать знаниями, как действовать в любой ситуации. Я, если честно, белой завистью завидую тому поколению, потому что, ну, действительно, жизнь была насыщенная. Это и санитарная дружина, это спортивные соревнования, каких только видов спорта не было. Это я посмотрела, и у нас и хоккейная коробка, да. Хоккей, это волейбол, это те же женщины наши участвовали, лыжи. Столько всего много, что я думаю, что это была интересная и насыщенная жизнь. Активная, да. Я еще думаю, да, успевали, ведь все успевали. Ольга Колесникова, автор проекта «Это наша с тобой биография», отметила, что хотела бы окунуться в ту эпоху. Рассматривая черно-белые снимки фотографа из Искити мрамор-гранита, вдохновляешься. Пленки случайно оказались в Доме культуры, но они заполнили большой провал в истории микрорайона Лажок и города Искитим.